К другим темам взялись закосы. МБУ ДСУ продолжает убирать высокую траву. Ежедневно на городские улицы выходит около 40 косарей. По подсчетам, за летние месяцы очистили 2 миллиона квадратных метров. В службе уверены, число возрастет в разы. В этом сезоне, в связи с тем, что у нас постоянно идет дождь, трава растет очень быстро и обильно. То есть на всех участках города мы побываем от 4 до 5 раз. Мы убираем систематически, ежедневно. То есть приоритетная задача нашей организации сейчас – это косьба. То есть привести город в надлежащий вид, в первую очередь перекрестки, переезды расчистить, чтобы у водителей была зона видимости, чтобы, не дай бог, эта косьба не мешала движению автотранспорта. Советскую освобождают от зарослей уже в третий раз. Впрочем, дорожники не одиноки в борьбе. Так, за уборку трамвайных путей от зеленой поросли отвечает МП «Макгортранс», а за газонами и палисадниками вблизи жилых домов следят управляющие компании.